Белорусский санаторий «Сосновый Бор» первой курортной категории расположен всего в 50 километрах от Минска, в роскошном хвойном лесу Молодечнинского района. Сосновый Бор характерен тем, что особенно в период цветения он наполняет воздух отрицательно заряженными ионами, которые способствуют лечению не только сердечно-сосудистой системы, но и заболеваниях органов дыхания. Только здесь вы сможете посетить уникальный гидропарк, раскинувшийся на 7 островках искусственного водоема, с фонтанами, водопадами, бассейнами, декоративным каналом, подвесными мостиками, пляжем и даже каскадами. На берегу данной речки разбит уникальный гидропарк, который также пользуется широким спросом и популярностью наших отдыхающих гостей нашего санатория. Санаторий «Сосновый Бор» известен не только богатой природой, но и собственной богатой лечебной базой. Наш санаторий рассчитан на 319 мест. Профилями нашего санатория являются заболевания костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, органов пищеварения и женских половых органов и мочевыделительной системы. Одним из ключевых направлений в нашем санатории это является заболевание сердечно-сосудистой системы, ну или системы кровообращения. В Сосновом Бору можно пройти обследование холтеровским методом, сделать ЭКГ и выявить проблемы сердца. Хорошего лечения не бывает без хорошей диагностики, но, естественно, нужны хорошие специалисты. В день заезда наши пациенты получают консультацию врача-кардиолога. Составляется индивидуальный план лечения, в который входит не только физиотерапевтическое лечение, а сюда же входит и план обследования, и план медикаментозной терапии. После окончания отдыха в санатории наш пациент получает рекомендации по своему лечению на амбулаторном этапе лечения. Таким образом, человек, приехав в наш санаторий и не зная, скажем, состояния своей сердечно-сосудистой системы, уезжает практически с полным объемом информации. Артезианскую и обогащенную радоном минеральную воду с уникальными целебными свойствами добывают прямо на территории здравницы. Из источника глубиной 400 метров целебная вода подается в питьевой бювет санатория. Из бювета имеется выход к очаровательному зеленому островку, который словно олицетворяет собой абсолютный релакс. Можно принести с собой не только воду, но свежевыжатый сок или кислородный коктейль. Кстати, только в 3 санаториях Беларуси есть радоновые ванны, и Сосновый Бор – один из них. Целебным эффектом обладают и сапропелевые грязи. Их привозят в Сосновый Бор из озера Дикое Дятловского района и направляют на знаменитые аппликации. В санатории оборудован собственный спа-комплекс. Здесь найдут занятия по душе любители саун, финской, соляной и ароматической, турецкой бани, хамам. Действует зона джакузи, купель с холодной водой, ванна для вертикального вытяжения позвоночника и, конечно же, плавательный бассейн площадью 100 квадратных метров. Для расслабления и повышения тонуса мышц в здравнице Сосновый Бор практикуется стоун-терапия – лечение теплыми морскими камнями, ручной и аппаратной массажи, криомассаж. Процедура омоложения лица с помощью жидкого азота температурой минус 196 градусов. Эффективно помогают от многих недугов спелеотерапия в соляной комнате здравницы, фитотерапия и янтарная аэроионотерапия. В янтарной комнате санатория «Сосновый Бор» вы сможете открыть для себя целебную силу солнечного камня, попробовать янтарные ингаляции и даже янтарный массаж стоп. В здравнице доступны процедуры – электросветолечение, озонотерапия, аппаратная вакуум-терапия. Применяются лечение в капсуле «Реабокс» и «Карбокситерапия». Летом 2020 года Сосновый Бор первым среди здравниц Беларуси предложил необыкновенное средство от всех недугов – сон на пчелиных ульях. Сон на ульях прекрасно дополняет санаторно-курортный отдых. Идея вообще апитерапии, она известна народам из глубины веков. В Древнем Египте, когда при раскопках в древних пирамидах находили аналоги вот таких вот лежаков на ульях, которые повторяют идею нашего пчелиного домика. Был построен этот замечательный домик из экологически чистых материалов, построены 6 лежаков, под каждым из лежаков расположено 2 пчелиных домика. Для заселения этих домиков были приобретены мирные пчелы, которые меньше остальных кусаются. Пчелы издружат, создают биорезонансное колебание и настраивают организм на нужный лад. Частота биополя пчелиной семьи
сродни биополю здорового человека. И таким образом пчелиная семья забирает отрицательную энергетику у человека и настраивает ее на нужный лад, придает здоровую энергетику. Таким образом можно нормализовать артериальное давление, успокоить нервы, улучшить качество сна, снизить аппетит, тем самым нормализовать массу тела, улучшить деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Можно улучшить дренаж мокроты из легких и масса прочих и прочих вещей. В санатории работают только высококвалифицированные специалисты. В главном корпусе здравницы находится вместительная столовая на 319 посадочных мест. Рацион санатория разрабатывается для гостей с учетом их индивидуальных особенностей и предпочтений. Питание в здравнице шестиразовое, по системе заказное меню. Есть элементы шведского стола. В здравнице «Сосновый бор» оборудовано 4 корпуса. Большой шестиэтажный, четырехэтажный, одноэтажный и самый новый двухэтажный корпус из натурального дерева. Вы сможете выбрать номер на любой вкус – однокомнатный и двухкомнатный, либо номер повышенной комфортности. Комната, кстати, рассчитана на проживание двух взрослых, но предполагают возможность подселения для ребенка. В каждом номере есть кровать, санузел, холодильник, вся необходимая для комфортного проживания мебель, техника, приборы. Ни дня в киноконцертном зале санатория на 146 посадочных мест не проходит без культурных мероприятий. Для любителей чтения – библиотека. Меткие гости здравницы проводят время в бильярдной. Кто-то может отправиться в бар, а кто-то в спортивный уголок. В санатории «Сосновый бор», филиале открытого акционерного общества «Белагроздравница», каждый сможет найти занятие по душе.